В Уфе судебные приставы за долги арестовали лимузин Audi. Мужчина не заплатил имущественный налог и задолжал 100 тысяч рублей государству. Автомобиль сдается в аренду для праздников за 4 тысячи рублей в час. Теперь арестованное транспортное средство отвезут на спецстоянку, а неплательщику придется погасить не только свой долг, но и оплатить услуги эвакуатора. Впрочем, как оказалось, для владельца 10-метрового лимузина это уже не впервой. Данный должник систематически нарушает обязанность по уплате имущественных налогов и погашает задолженность только после визита налоговой службы и службы судебных приставов. В прошлом году также было эвакуировано данное транспортное средство, которое было возвращено владельцу только после уплаты налоговой задолженности. Напомним, что 1 декабря наступил срок уплаты налогов физических лиц за 2019 год. Граждане, не уплатившие налог, автоматически переходят в разряд должников.